Это самый такой популярный вопрос. На данный момент Мирон проживает уже 4 месяца, получается, в интернате для особенных деток. Почему он там? Потому что с ним стало очень сложно. Он, во-первых, весом, да, как бы уже крупненький, и носить лежачего ребенка. Ладно, мне тяжело, ну, как бы, хоть я и мама, но мне реально тяжело, у меня и грыжа, как бы, плюс я была после кесарева, мне вообще, в принципе, поднимать нельзя было. Но и няни не согласны были таскать его, потому что, ну, он действительно уже весь, уже ему почти 6 лет, и, как бы, ну, он просто лежит. Вот, и помимо этого у него очень сильно что-то стало происходить с психикой. То есть, если раньше он там царапался, вот, обо все царапал, стучал, то, ну, раньше это было вот тихонечку. А сейчас это стало как бы жестко, кулаками себе по лицу, головой об кровать, там, об пол, когда с ним занимались. И он начал царапать людей. То есть раньше себя только царапала, а тут стал вообще всех царапать. Я вечно ходила вот в царапинах, вот прям до крови, до мяса. Вот, и, конечно, ну, психологически жить с этим стало очень сложно. Вот, но у него все хорошо. Наверное, благо, что он, ну, не понимает вообще ничего из-за умственной отсталости у нас, имбецильности. То есть он повторяет, запоминает какие-то фразы, повторяет, но он не понимает, что, к чему вообще, что он говорит и так далее. И не понимает меня как маму. То есть он очень быстро забывает людей. То есть, к примеру, вот меня не было, когда в интернате 2 недели, он меня забыл. То есть я приехала, я вообще стала, ну, как чужой человек, он на меня ноль реакции, не понимает, что происходит. Более того, он меня схватил за волосы. Но об этом я не хочу говорить, потому что я уехала просто в слезах. Ну, сложно в это, конечно, как поверить. Я всегда старалась более так это позитивно мыслить. Но реальность вот такова. Но ему там хорошо, это главное. Он среди деток. Там детки все его возраста, и, ну, он самый тяжелый, конечно, ребенок в группе, но воспитатели очень классные, интернат хороший, все там занимаются, там и развивашки, и он в контакте с детьми, в общем, все супер.